ihrer zarten Hand. Wollte noch eine Flasche, eine Einfuhr? Ja, komm, hier, komm, bring jetzt. Принеси еще выпить. Ja, das war großartig. Yeah, черные дьяволы. В годы войны был важнейшим портом, через который шли поставки грузов и вооружения из стран-союзниц – Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Морские пути на севере были крайне важны и для Германии. Именно по ним из Норвегии в Третий Рейх вывозилось ценное стратегическое сырье – никелевая руда из порта Петсама. Этим же путем в Германию поступал из Норвегии молибден, целлюлоза и железная руда из Киркинесса. Советский Северный флот получил задание сорвать эти поставки. Товарищ командующий, да. К вам начальник разведотдела капитан третьего ранга Визгин. Зови. Войдите. Визгин Павел Александрович, капитан третьего ранга, начальник разведывательного отдела штаба Северного флота. С 1950 года начальник курса школы первого главного управления Комитета государственной безопасности СССР. Наступление немцев на мурманском направлении нам удалось остановить. Думаю, зимой немцы наступать не будут. Но это только предположение, а нам необходима уверенность. Поэтому нужно сформировать отряд, который мог бы добывать сведения, а при необходимости и пленных, по всему норвежскому побережью. В борьбу на море вступили и отряды советских диверсантов. Разведгруппы, состоящие из 3-5 человек, забрасывались на норвежское побережье на катерах, подводных лодках и самолетах. Их основной задачей было наблюдение за морскими коммуникациями противника. Это было необходимо для определения немецких планов и наведения на морские цели советской авиации и подводных лодок. Именно поэтому многих разведчиков набирали из бывших моряков подводного флота. Старшина 1-й статьи Леонов в ваше распоряжение прибыл. Подводник? Так точно, бывший. Угу. Принимаю отделение. Есть! Леонов Виктор Николаевич. Перед войной проходил службу на подводной лодке Ща-402 Северного флота. С началом Великой Отечественной войны зачислен в отряд особого назначения разведотдела штаба Северного флота. За 2 года прошел путь от рядового бойца до командира отряда. Основной задачей отряда были ведение разведки и проведение диверсий на коммуникациях противника. А почему наш командир не тренируется? А зачем ему? Он на задание ходить не любит. Только и знает, что трубочку покуривать, да мазер свой чистить. Зато у него табачок хороший, как и коллекция трубок. Хорош он будет в бою. Со своим маузером в кожаном реглане. Да, разведчик еще тот.
Это коммунисты? Я. Да. Глаз с них не спускать. По берегу выставить заставы и патрули. Так точно. И помните, я человек энергичный. Все люблю проверять сам. Спасибо. Вилли Лакуа. Унтерштурмфюрер СС. Член НСДАП с 1929 года. В 1930 году организовал нацистские беспорядки в городе Любек и был вынужден бежать в Швецию. После прихода Гитлера к власти вернулся в Германию. В 1940 году прибыл с немецкими войсками в Норвегию. С 1941 по 1944 год начальник гестапо города Киркенес, провинции Финнмарк в Северной Норвегии. Гестапо во главе с Вилли Лакуа получило задание ликвидировать все советские разведгруппы, действовавшие в Норвегии, и взять под контроль те места, где могли появиться русские диверсанты. В подчинение Лакуа передавались воинские подразделения, жандармерия и полиция. Июль 1941 года. Побережье Мотовского залива. Первый бой Леонова в рядах разведотряда. Задача – разгромить опорный пункт противника и по возможности захватить языка. Ручку оттяни, бодяга! Удружил. Встряхни, дай зашипеть. Уходим. Еще в апреле 1940 года правительство Норвегии обратилось к народу с призывом оказать сопротивление захватчикам. Многие жители страны ушли в партизаны, кто-то бежал от оккупантов в нейтральную Швецию и Советский Союз. После нападения Германии на СССР многие норвежцы вступили в ряды Красной Армии. Уже в июле 1941 года в отряде особого назначения штаба Северного флота насчитывалось 18 граждан Норвегии. Как людей, хорошо знающих местность, их готовили главным образом к дальней разведке. Ваша задача – наблюдать за перевозками грузов по морю и сообщать координаты немецких судов. Кроме того, необходимо определить, планируют ли немцы новое наступление на Мурманск. А не много ли для трех человек? Будут там болтаться по берегу туда-сюда. Их патруль немецкий в раз засечет. Отставить разговоры. Задача ясна? Так точно. Точно. Выполняйте. Есть. Есть. На задание были отправлены Николай Коровин, Франц Матисон, Лейф Утне. Такие командировки длились от нескольких месяцев до года. Чтобы выдержать напряжение многих недель постоянной опасности, одиночества, непогоды, от людей требовались огромное мужество и хладнокровие. Именно эти разведгруппы предоставляли советскому командованию основную информацию о складах вооружения, аэродромах, морских базах и ресурсах противника, а также о настроениях населения. Высадка разведчиков группы Коровина проводилась из самолета на парашютах. Обычно сначала сбрасывался парашют с грузом продовольствия и снаряжения. Затем высаживались разведчики. Об
Обустраивались они в расщелинах скал, ставили и маскировали палатку и начинали наблюдение за морем. Караван. Два транспортника. Понял. Под охраной одного эсминца и одного... Нет, двух сторожевых кораблей. Понял. Первый. Я Заря. В квадрате 4-6 немецкий караван с эскортом. Повторяю. В квадрате 4-6 немецкий караван с эскортом. Да. Да. Алярм, ауслёзы. Объявляйте тревогу. Егерей на мыс. К черту свое хозяйство! Палатку бросаем, уходим! Какой-то рыбак видел несколько парашютов в районе мыса. Туда направился мотобот с егерями. Мы должны перекрыть путь вот здесь. Все ясно? Русские, стоять! Держи их! Граната! Там немцы! Осторожно! Стоять! Не двигаться! Ну что, попались русские свиньи? Время вашего выхода в эфир. Весь дефунка. Ну? Кто радист? Ты? Рация была у тебя. Либерольн хавн виашон зовизоги грифен. Шифры мы уже все равно захватили. Ван зольн виа перфунт шпрехен. Время вашего выхода в эфир. Ту биздох кайн русе. Ту бизде Норвегия. Вот су брав сту дасалес. Ты же не русский. Ты норвежец. Зачем тебе все это? Ты будешь работать с нами? Первый. Я Заря. На прежней точке находиться опасно. Часто стали появляться патрули с моря и по суше. Пришлось почти на неделю уйти в горы и замолчать. Снова вышли на берег. Обосновались на новой точке. Просим снять, поскольку имеем двух раненых. Продуктов осталось на два дня. Что думаешь? Почему они так долго молчали? Нужно их снимать. Мы своих не бросаем. Подготовьте операцию. Есть. Хорошо. Очень хорошо.
Ну вот и все. Теперь нужно ждать гостей. октября под покровом ночи из Полярного вышла подводная лодка с тройкой разведчиков, возглавляемых лейтенантом Аркадием Яковлевым. Переправщиками с ними пошли Виктор Леонов и Оги Халвари. Чтобы избежать лишних глаз при посадке разведчиков на подлодку, из Екатерининской гавани отряд вышел на рейсовом боте, который ходил между бухтами, перевозя грузы и пассажиров. Через двое суток ночью лодка приблизилась к месту высадки у Макиор-Сан-Фьорда. Наши тут. Шлюпки на воду. Оги, пойдешь первым. Есть. Леонов, готовь вторую шлюпку. Есть. Засада! Оги! Назад! Оги! Назад! Чтобы оторваться от преследования эсминцев, многие командиры подводных лодок использовали нехитрый трюк. Во время атаки лодки глубинными бомбами через торпедный аппарат выбрасывался контейнер, наполненный плавающими обломками, щепками, тряпками и мазутом. Когда этот мусор всплывал на поверхности моря, складывалось впечатление, что лодка получила пробоины и затонула. Благодаря именно этому трюку лодка с группой разведчиков Яковлева смогла уйти от преследования. После обстрела и бомбежки советской подводной лодки Лакуа решил спрятать пленного радиста подальше до лучших времен. Как разведчик никакого интереса он не представлял. Местные жители видели, как Утне, одетый в форму СС, уходил с передатчиком в горы в сопровождении немцев. Его обучили элементарным навыкам наблюдения за погодой и забросили на самолете на остров Медвежий для передачи метеосводки. Наступал 1942 год. Несмотря на потери и предательство радиста, разведывательная работа в Норвегии не прекращалась. 5 января 1942 года. Берсфьорд. Подводная лодка С-102 капитана-лейтенанта Городничева доставила к берегам Норвегии разведывательно-диверсионную группу из трех человек – русский радист и двое норвежцев. Через две недели, выполнив задание, группа возвратилась к своим. 4 апреля 1942 года. Бухта Индре. Северо-восточный берег Варангера. Подводная лодка М-173 капитана-лейтенанта Терехина высадила норвежцев Свере Седерстрема, Оскара Юнсена и русского радиста Владимира Чижевского. За время операции отряд передал 400 радиограмм, более 70 раз сообщал о немецких морских конвоях и кораблях. По их наводке советские подводные лодки и самолеты потопили 12 транспортов противника. Лишь через 8 месяцев группа вернулась на базу. 23 апреля 1942 года. Весенним утром над немецким аэродромом Луустари в Финляндии из-за облаков неожиданно вынырнули 14 бомбардировщиков Б-3 95-го истребительно-авиационного полка Северного флота и внезапно атаковали противника. Лишь один немецкий истребитель смог взлететь с аэродрома, но был сбит. 16 немецких истребителей уничтожено на земле, более 20 самолетов повреждено. Удар по этому секретному аэродрому был нанесен благодаря сведениям разведгруппы штаба Северного флота.
Разведчики не только смогли добраться до аэродрома, но и нанести на карту его точные координаты, подготовить схему расположения всех построек, взлетно-посадочной полосы и ангаров с самолетами. Основным источником пропитания для норвежцев была ловля рыбы. Немцам приходилось разрешать норвежцам выходить в море и ездить из одного города в другой. Это облегчало деятельность советским разведчикам. Ведь без помощи местных жителей находиться во вражеском тылу среди скал неделю, две и даже дольше было практически невозможно. Ну что там? Идет кто-то. Стоять! Ер Нурман! Нурман Аксель! Мой дом! Там мой дом! Мин мур мама снака русиск! Мин мама говорит русский! Аксель – смотритель маяка. А другой сын ушел за продуктами, будет дня через два. А немцев здесь нет. Иногда приходит патрульный катер, выйдет несколько солдат, пройдутся, посмотрят, да и возвращаются. Может, вы с нами уйдете? Мам, Егорме. Аксель с вами пойдет. Если немцы узнают, что он с русскими общался и не донес, его сразу расстреляют. А вы? А я второго сына дождусь. И тоже уйдем. Витя, пора. Все, спасибо вам большое. Беварди. Радиограмма. Группенфюреру СС Генриху Мюллеру. Ввиду активизации советских разведгрупп в районе Киркенеса в Северной Норвегии, прошу вашего разрешения на проведение чрезвычайных мер по отношению к местному населению. В особенности к тем из местных жителей, которые подозреваются в симпатии или непосредственной помощи советским агентам. Начальник отделения гестапо провинции Финнмарк Вилли Лакуа. Немецкое командование было всерьез встревожено активностью советской разведки на северном побережье Норвегии. Поставки железной руды из Киркенеса, выход в море военных кораблей германского флота, базирование самолетов на аэродромах были поставлены под угрозу. Гестапо начало массовое переселение норвежцев от береговой линии. Стоять! Не двигаться! Здесь все нужно обыскать. Есть еще кто в доме? Здесь никого. Хорошо, продолжайте. Проверьте сарай. Мы все обыскали. Все чисто. В машину их. Дом сжечь. В мае 1942 года командование Карельского фронта планировало провести наступление, чтобы сорвать подготовку немецких войск к захвату Мурманска. Главный удар должны были нанести войска 14-й армии южнее Мотовского залива. Перед Северным флотом ставилась задача высадкой тактического десанта в тылу противника содействовать прорыву нашими войсками вражеской обороны в направлении главного удара. Для участия в операции флот выделил 12-ю отдельную бригаду морской пехоты, 6065 человек. Переданный ей разведывательный отряд штаба флота, 170 человек. И 44 корабля, преимущественно сторожевые корабли, тральщики и различные катера. Там у немцев должен быть мощный укрепленный пункт. Нужно осторожнее. Товарищ лейтенант, можно обратиться? Валяй. Можешь нырнуть на маяк 5 минут? Давай. Заодно осмотри все вокруг. Есть. Леонов, иди с ним. Есть. Ну
1942 году в результате ряда операций разведотряд Северного флота понес очень большие потери. Оставшиеся в живых бойцы связывали эти неудачи с личностью командира отряда. Фролов так и не сумел завоевать авторитет разведчиков. Многие из ветеранов покинули разведотряд, возвратившись к службе на подводных лодках Северного флота. Именно в это время командование направило Виктора Леонова на курсы подготовки комсостава. В жизни старшины Леонова начинался новый этап. В декабре 1942 года, после присвоения офицерского звания, Виктор Леонов был назначен заместителем командира отряда по политической части, а в декабре 1943 года командиром 181-го особого разведывательного отряда Северного флота. Вернулся! Привет, здорово! Ай, привет! Привет, пропажа! А, живу! Витек! Ну как вы тут без меня? Нормально. Мыс Лангбунес, полуостров Варангер. Задача – разведка побережья Северной Норвегии. Товарищ командир, да. Там немецкая автоколонна, и тут медленно, можем догнать. Хорошо. До дороги километра два. Успеем. Агафонов, встретишь их на повороте у дороги. Остальные со мной. Второе отделение, за мной. По команде гранатами огонь! Разгром колонны, захват пленных и возвращение на катер заняли не более 2 часов. Первой же своей операцией в качестве командира отряда Виктор Леонов доказал, что командование не ошиблось с его назначением. Да. Я вол. Так точно, господин Группенфюрер. Виноват. Будьте вы прокляты. Русские что-то затевают в районе Петсама. Они действуют так нагло, словно уже выиграли войну. Проклятые русские. Вечно они все изгадят. 7 октября 1944 года началась Петсама-Киркинесская операция по освобождению Заполярья от немецких захватчиков. В 8:00 7 октября началась артподготовка, а затем наступление. 131-й корпус в первый же день достиг реки Титовка. 99-й корпус ночной атакой прорвал оборону немцев 8 октября. 9 октября перешли в наступление войска, располагавшиеся восточнее реки Западная Лица. В ту же ночь моряки высадили десант в губе Малая Волоковая, перевалили через хребет Муста-Тунтури и, отрезав часть немецких сил, двинулись на Петсама. Чтобы помешать немцам эвакуировать свои части морем, командование решило захватить порт Линахамари, который фактически являлся воротами еще более крупного порта – Петсама. Порт и гавань Линахамари были превращены в мощный оборонительный район во фьорде Петсаму-Вуону. Система обороны Линахамари и залива
насчитывала 4 береговые батареи 150 и 210-миллиметровых орудий, 20 батарей 88-миллиметровых зенитных орудий противовоздушной обороны, оборудованных для стрельбы по наземным и морским целям. Ключом к позиции была батарея из 4 150-миллиметровых орудий на мысе Крестовый, которая держала под обстрелом весь залив Петсам-Вуоно и гавань порта Лиина-Хамари. Замысел операции состоит из захвата 2 батарей на мысе Крестовом. По сигналу. После чего ночью в Лиина-Хамари высадится морской десант. 1 батарею берут бойцы Барченко и Емельянова. Есть! Другую – разведчики Леонова. Есть. Пулемет на правый фланг. Задача ясна? Так, так точно. Выполнять. Слушаю. Вас? Что? Шасси. Черт. Да куда же? Я. К рассвету сопротивление последних очагов было подавлено. Первая батарея на вершине скалы была в руках разведчиков. Но они понимали, что самые тяжелые испытания еще впереди. С противоположного берега по мысу ударили пушки и минометы. Открыла огонь дальнобойная артиллерия с Лиина-Хамари. Когда артобстрел прекратился и над скалой мыса Крестового осела пыль, в залив зашли 2 немецких катера и 3 шлюпки. Как слышно? Как слышно? Як пушка, доложишь. Занять позиции. Не дать десанту пройти. Думаю,
кажется, что немцы будут высаживаться дальше. Обогнут топку и по нашей скале попытаются забраться на мыс. Там немцы лезут. Бери своих и за мной. Второе отделение! За мной! Отряд нуждался в боеприпасах и продуктах. Штаб обещал в случае необходимости сбросить разведчикам с самолетов патроны и продукты, а также оказать огневую поддержку с воздуха. Но авиация задерживалась. Патронов почти не осталось. Собрать трофейное оружие! Есть! Есть! Так точно! Товарищ командир, катера входят в бухту. Наши мужики! Наши! Прорыв советских катеров с десантом начался вечером 12 октября 1944 года. Исходным пунктом перехода отряда десанта был полуостров Рыбачий. Личный состав десанта был укомплектован из личного состава 349-го отдельного пулеметного батальона, 125-го полка морской пехоты, добровольцами с кораблей флота и насчитывал 660 человек. Быстрее. Русские скоро будут здесь. Но ведь они и раньше высаживались. Поверьте мне, это конец. Эти документы уничтожить. Слушаюсь. К рассвету 13 октября порт Линахамари был очищен от врага. Лишь несколько пунктов в его окрестностях противник сумел удержать, оказывая упорное сопротивление и переходя в контратаки. В ночь на 14 октября в Линахамари были переброшены значительные подкрепления частей Северного флота и сухопутных войск. В течение этого дня окрестности порта и важные дороги вдоль побережья были очищены от противника. 15 октября штурмом был взят город Питсама. Город Питсама взят штурмом советскими солдатами. Что слышно? Ничего особенного. Вскоре напарник радиста-предателя Лейфа Утне передал в радиограмме, что тот на резиновой шлюпке неожиданно ушел в море и не возвратился. Искать его не стали. Дальнейшая судьба этого человека неизвестна. Разведчики Северного флота, погибшие при взятии порта Линахамари, похоронены на самой высокой точке мыса Крестовый. В братской могиле находятся останки 20 человек. У подножия памятника табличка,
где все погибшие перечислены поименно. В Киркенессе установлена скульптурная фигура советского бойца с автоматом в руке. Это каменное изваяние создано норвежским скульптором Фредриксоном. На памятнике надпись: «Отважным советским солдатам в память об освобождении города Киркенесса в 1944 году». Вилли Лакуа был захвачен американцами. В ходе операции «Яблочный пирог», поимки и допросу ведущих офицеров вермахта, РСХА, генерального штаба, обладающих знаниями о военных силах, экономике и индустрии СССР, Лакуа допрошен. Сотрудничал с разведкой США. По некоторым данным, был принят на работу в ЦРУ. За операцию на мысе Крестовом разведчики Агафонов и Леонов награждены золотыми звездами Героев Советского Союза. Отряду предстояло проведение боевых действий против Японии. Одним из самых громких дел отряда Леонова стало пленение в корейском порту Вонсан около 3500 японских солдат и офицеров. За участие в разгроме квантунской группировки противника Виктор Леонов был удостоен второй звезды героя.